Химках состоялось внеочередное заседание Совета депутатов. Парламентарии обсудили два вопроса. В центре внимания – изменения в структуре администрации. У заместителя главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы расширяется функционал. Поэтому было предложено переименовать должность. В период подготовки к зиме очень много вопросов возникает, которые необходимо решить. Это и в сфере закупок, и в сфере наведения порядка в городском округе. Внесена должность заместителя главы по административной работе, которая в себя будет включать управление закупками, потребительским рынком, а также управление делами администрации. Народные избранники единогласно приняли изменения. Второй вопрос не менее значимый. Депутат Артур Каримов доложил о своем мужественном выборе и уезжает в зону специальной военной операции. Он подписал контракт добровольца. Совет депутатов поддержал волевое решение. Могу вас заверить, что вы можете всегда рассчитывать на помощь Совета депутатов городского округа и в моем лице. Уверен, коллеги то же самое поддержат. Артур Каримов неоднократно отвозил на Донбасс гуманитарный груз. Свое решение он принял после недавней поездки. Народный избранник собирается присоединиться к батальону «Испаньола». Мы очень много помогаем нашим военнослужащим, чтобы приближать эту победу. И, соответственно, вот это все меня стимулировало на то, что я должен быть там, на территориях с нашими жителями, с нашими химчанами. Покидать пост депутата Артур Каримов пока не планирует. Он будет регулярно приезжать в Химки и проводить патриотические беседы с молодежью. Юлиана Мазырина, Дмитрий Почаров, новости Химки ТВ.